Нет, тут вообще все непробиваемое, ничего не горит. Эту машину. О, нормально. Машина горит. Так, а что если я твою машину подожгу? Пожар! Пожар! Тушим быстрей! Ты что, будешь наверху автобуса? Так, автобус, да куда вы заказали? Я, кажется, ракету не отцепил, на ней полетел. А может, надо было сначала на другую кнопку нажать? Если машина не хочет ехать, то я ее с собой возьму. Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки Викил 0По. Викил опыт, наверное, так. Перестали машины снова ездить. А у меня едет. Если машина не хочет ехать, то я ее с собой возьму. А нет, не получается. Да, не они слишком тяжелые. Блин. Сейчас подсоединить колеса, может, нормально станет. Не, не надо. Так, все равно эта машина тебе будет. Я ее для тебя везу. Ладно, тогда я выхожу за карту, а ты заново загружай. Может, тогда будет ехать. А, можно. Загружай, загружай. Попробуй. Отлично. А я хочу попробовать на вот это, тополе поехать. Просто посмотреть. Он тогда не ехал, когда я его хотел взорвать. Он теперь поедет, наверное. Так, расфиксируй снова. Что за фигня? А ты не расфиксировал уже. Ну так, я расфиксировал на той, который собирался ехать. Ого, едет. О, блин, что-то взорвал. А-а-а, почему машина летит со скоростью света? А может, надо было сначала на другую кнопку нажать? А, я понял. Я, кажется, ракету не отцепил, на ней полетел. А. Не улетел далеко. Ладно. Сейчас я эти машины с помощью инструмента помещу чуть повыше. Так, сейчас подождем. Жди, сейчас очень сильно залагает. Так, начинают перемещаться колеса. Появляются какие-то палки. Перемещаются все машины. Все исчезает на глазах прямо. Нет. Так, сейчас мы сбросим эти машины с такой большой высоты. Это будет типа эксперимента. Что если машины упадут с огромной высоты? Посмотрим прямо сейчас. Ага, а им хоть бы хны. Не, ну в принципе машины живые и остались. Некоторые, правда, немного наклонились. Почему их колеса отвалили? Что? Ой, блин. Колеса отвалили. Машина эта упала с такой высоты, смотри, что с них. Попробуй все-таки поехать на ней. Это что-то баг сейва, наверное. Это не так. Не, ну не, у них у всех колеса отвалились после такого. Значит, не выносят перенос. Нет, этим они не выносят падение. Наверное. Что-то с твоими машинами не так явно. Сейчас будем смотреть этот автобус красивый. Только я не знаю, откуда он. Он просто круглый. Он типа води. Я нашел. Блин, стеклянный, он такой красивый вообще. Я бы хотя бы в таком автобусе покататься. Ну, в нем кроме салона все есть. Ого, вот это автобус скоростной. Сейчас дверь закрою. Джинг. И еще. Джинг, джинг. Ты что, будешь наверху автобуса? Ну что, погнали билд-а-боту гонять. Ой. Нормально. Сейчас я тебе двери открою, подожди. Джинг, джинг, джинг. Заходи, заходи, прохода, прохода хватит. Зачем ты? Блин, ладно. Ну ладно, и так посижу. Садись нормально. Ты ж мой пассажир. Все, мы вроде поехали на этом автобусе. Куда? Куда будем ехать? Ну, я не знаю. Сокровище, может? У него низкопольное очень сильно. Блин, колесо отвалилось. Не, мы не доедем. Ну давай задним ходом. Если передним не хочешь. Ну, сзади бампер и так далее. Может, и выдержит. Не, уже дверь упала. Не, ну он-то выдержит. А вот сколько мы будем быть? Если у него колеса отвалятся, то уже мы уже путь будем вечность. Давай воду включим, чтобы все происходило более так. Мы знали, куда мы едем. Ну, почти половину. Ну, как, треть. Мы три испытания смогли пройти. Даже не поцарапались почти что. Не учитывая потери двух колес. То да. И нет. Одну дверь потеряли еще. Чисто на задних. Не можем поворачивать. Нормально. Ну, тут прямая, тут поворачивать некуда. У нее тут нет, надо быстрее. Пока отлив не начался. Надо скорее. Да, а то сейчас еще колеса отвалятся. Ну, главное, колеса не потеряем. У нас впереди. Я просто вперед еду. Жмем вперед. Ой. А тут не заедем, пока воды не будет. Вода, приходи. Как это автобус по воде едет? Ну ладно, это уже не наше. Так, почему-то я урон начал получать от воды. Ого, ну, нормально у нас тут. Вода толст. Ну, у нас тут много блоков хватит. Нормально, доедем. Переживать не за что. Так, автобус до куда вы заказали? До финиша. До финиша. Ясно. Только от автобуса уже ничего не осталось. Какие деньги, новый автобус? Поездка 5 звезд. Ладно, пока что еще живем.
Главное доставить пассажира до конца. Что будет с автобусом, ну, это уже не мое дело. У нас половина пола съела. Ничего страшного, главное до финиша догонять. Так, все прекрасно. Жизнь удалась, мы доехали до конца. А зачем вам до финиша доезжать? Тут сундук. А, типа вы приехали. Сундуки, деньги. Денег много. Ладно, я пошел забирать деньги. Мне заслужена награда. А, забирай. Мне побыстрее на спавне оказаться. Загружай тогда машинки. Так надо. Мы сейчас будем гонять по трассе. Мы, конечно, хотели. Давай. Ты где? Или до сих пор сокровища забираешь? Я получил. Давай, загружай машинки. Все. Вот оно. Так, сможешь как хотя бы на какой-нибудь ехать? Ну, наверное. Возьми, я которая перешел, тебе нравится. Да. Так, точно не это. Надо гузы по трассе, это которую я загружал. Потому что там только оффроуд машины, которые типа грузовики с подвеской. А где подобие. Грузовики с подвеской взять? Ну, типа вот, именно вот грузовички типа БТР, пожарка. А, потом... ну дай мне тогда. Я хочу на пожарке гонять. Сейчас будем гонять на пожарной машине, у которых... А, я думаю, это... Ладно, отсюда вода выливается, я думаю, это... Ладно, огнемет, думаю, типа пулемет. О, работает. Работает? Поехали отсюда. Поскорее. А вот я езжу, конечно, как тараканчик. Надо настроить колеса. Настрой мне колеса. Я что, буду как таракан ехать? Тогда ты точно, да. Ты мне специально порекомендовал эту машину, чтобы я не доехал до финиша. Ну, просто там низкая стоит, чтобы легче было проезжать по холу. Нет, ну сделай мне нормальную скорость. Да, я сделал 20 скорость у всех машин, нет? А, все, молодец, молодец. Но это все равно мало. Ну, хотя, хотя бы не улечу никуда. Так, загружай теперь ту трассу свою. О, я тут. Так. Пожарная машина. Пожар есть? Да, надо потушить, я могу. Ты куда? Я на автомойке. Нормальная автомойка, дай мне тоже помыться. Еще воды надо набрать, а помоем машину свою. В этих больших пузырьках. Ладно, пошли на базу. Машины отмыли, можно в гонки играть. Устанавливай пока там. Не понял. Я не могу даже развернуться. Где грузовик? Где твой грузовик? Сейчас разложу. Он замаскировался. Вон там. В реке стоит. Воду хлещет. Ну, мы побудем в этом озере пока что. Здравствуйте. Так, а мы пока кое-что сделаем. Я чуть не могу. А, лес горит. Лес горит. Быстрее тушите пожар. А, тушим, тушим. Все, деревья сгорели, мы не успели. Почему не потушится пожар-то? Спровоцируем пожар снова. Я почему-то не могу изменять через... Пожар! Через отвертку. Пожар! Тушим быстрее! Пожарную машину! Вроде бы потушил. Надо окончательно потушить. Все, огонь потушен. Сейчас, оцените работу. Алло. Я потушил пожар, оцените работу. Голубой лес? Нет, я потушил, тут горело все. Ну, я видел, что горело. Ну, тут горело, но я уже потушил. Доказательство тому, вот эта черная крыша. Горело. Так, а что, если я твою машину подожгу? Ты же не будешь ругаться? Подожди, что-то мне... Можно пожечь твою машину, колеса. Пожалуйста? Я учусь тушить пожар. Мне нужно что-то поджарить, то я не научусь. Эх, ладно. Давай, устанавливай карту. А как туда заехать, к той бочке? Бочка же может загореться. Это логично. И никто меня не сможет обвинить в том, что я поджег эту бочку. Ведь мне где смесь, она могла в любой момент поджечься. Так и скажу. Так, где мне тут проехать можно наверх? Где наверх проход? Мне тут пока сейчас надо трамплин поставить, как раз до жука. Стоп, ты хочешь, чтобы я в елки заезжал? А, ладно. Я тут елок, я попадаю. Вот это ты елки снес, мастерски. Так, я вроде бы заехал, а вроде бы нет. Что мне тут сейчас делать? Тут очень мало места. Я не могу тут проезжать. Слава КПСС. Что это такое? Ну, так. Это просто, типа, надо было что-то добавить. И что нам? Мы даже тут гонять не можем со скоростью света. Тут надо тут еще попробую развернись, в поворот заедь. Дай мне скорость побольше, я еду как таракан. Я хочу ехать быстрее. Если ехать быстро, то легко улететь. Я не улечу, да. Честное слово. Я умею гонять. Опачки, заехал в озеро, а выехать уже не могу. Поехали наверх там куда-нибудь. Тут еще проехать надо. Так, у нас сейчас гонка. Кто доедет первым до конца? Ну хотя в любом случае это я буду, я впереди тебя стал. Блин, тут не проедешь. Еще не, попробуй не упади с этой штуки-то. Вот я могу даже не доехать до конца. Так, сейчас развернемся тут. Какое-то бревно упало. А, это мачта вроде. Ого, там мост с дыркой в центре. Ты где? Я в грязи застрял. О, все, выехал. Надо остановить. Так, проезжаем по этому хрупкому мосту. И сюда. Угу. Неплохо.
Так, сейчас, секунду. Проезжаем, давай, поехали дальше. Тут только не упасть бы с этого мостика. Все, а поехали. Со следующего упасть легко. Давай, проезжай, проезжай. Сейчас камеру выключу. Куда ехать? Направо или налево? Налево. Давай сюда. Но прямо ничего нету там. А, это заготовка моста. Там прям совсем ничего нет. Ладно, давай я обратно езжу. А, нет, да меня обогнал так. Ладно. Я опять в воде потонул, в этой грязи. Не, мне я уже назад не выеду, там грязь везде. Я поехал дальше. Тут мост недоделанный. А тут вообще все недоделано, ну ладно, хотя бы что-то. Там уже все. Все. И машине все тоже. А что в самой-то трассе было? Все, я на дне озера или речки, или что это. А я в болоте утонул, спасите меня. Нужно зажарить эту машину. О, нормально. Машина горит. Я сбежал с ней. Я тоже. Ты тоже загорелась. Пошли отсюда подальше. Так, а как теперь на карту залезть? Я хочу посмотреть, что в карте осталось. Грузовик одолжишь. На минуту. Сейчас. Ай, вода, будет. Идем сюда. Вот. Теперь можем туда запрыгнуть. Так, что было в самой этой карте? Пейзажик, домик один. Тут было очень много грязи. Ну, это какой-то тупик, я сейчас сюда зашел. Ладно. А вот тут... Да, это просто разговорить, посмотреть. Тут была вода и грязь. Все затоплено. Тут вообще, я не знаю, как машины проезжают. Ну, ладно. Тут тоже... Проезжали. Проезд, вышки, мост. Опять грязь. Очень много грязи. Опять мост. Опять вышки тут всякие. О, кто-то что-то готовил. Ладно. Катушки должны были быть. Тут я тренировался тушить огонь. Тут... Тут вода. Ой, вот это я. Ой. Я, кажется, нашел секретную дырку. Я опять забыл коризму, бать. Могу не поставить. Сейчас, я вылезаю. Это что за ловушка? Дальше, тут... О, тут какой-то домик был. Не сюда. А что тут такого? Ну, а, ладно, сюда нельзя. Тут не выращивают арбузы. Пока что маленькие. Что-то было. А я тут даже не был. Туалет. Это что такое? Закрыто. Тут сидели люди. А тут был сам дом. Ладно, залезем на чердак его. О, я нашел сокровище. Тут сам дом. А в дом можно зайти? В дом, да, но там ничего нет. А, ладно. Дом еще не готов. Сколько он тут будет стоять? Дальше, тут снова были дороги. Мост с дыркой, на котором я немного так застрял. В дырку не падать. Снова дорога. Очень круглый круг. Ну, хотя это просто мачта. Так, кто тут? Ну, тут такой же проход по грязи. Сейчас куда-нибудь поближе пойду. О, это что? Дерево срубили. Так, внизу тут есть вода. Ну тут снова грязь, грязь, везде одна грязь. Это палка, которую ты ставил, чтобы мы заехали. Там машина потонула, прям как моя. А вот тут... Склад, типа. Что это, завод, что ли? Склад. Дверь открылась. Тут она и была открыта. А, ну тут дверь вообще внизу. Тут какой-то рисунок, кто это? Это Ленин. А, ладно. Коробки. Тут есть типа ящики, можно загрузить. Тачки будут. Тачки? Да у нас тачки, там на дне озера. Тоже их не поставишь. Так. Пошли дальше, что тут. Ну все, тут больше ничего нету, тут еще какая-то штука. Только тачка затоплена. Осталось. Ну ладно. Ну все, тут больше ничего нет. Там дальше ты еще вроде хочешь строить. Ну, да. Так, ну а теперь мы устроим тут пожар. Жарим деревья. Тут не особо горят. Так, не горят, что ли? Я вроде как. Ну давай склад подожжу. Нет, тут вообще все непробиваемое, ничего не горит. Тут дерево-то нет. Может, трава сгорит. Ну это тогда проваливаться будет.